Здравствуйте, уважаемые зрители, присаживайтесь поудобнее. Приглашаю вас поиграть в мире Minecraft 1.12 Java Edition в режиме выживания, где игрокам предложено захватить виртуальный мир с помощью собственного труда. Сегодня мы будем захватывать вертикали. Бегать умеют все, а вот быстро подниматься на любую высоту в режиме выживания не так-то просто. Обычно это очень затратно по времени. Конечно, есть деревянные лестницы, но подъем на лестнице на большие высоты отнимает достаточно большое количество времени. Так что пока поднимался, уже забыл, зачем шел, и не дай бог еще забыл что-то внизу или наверху, и охватывает отчаяние, а опять не подниматься. Поэтому просто необходим дешевый быстрый лифт, который можно быстро повторять в разных мирах вновь и вновь. Представляю вам технологию лифта из лодок. Сама концепция лифта из лодок была предложена еще в 2011 году. Но лифты разрабатывались и строились в творческом режиме, где игрокам доступен полет. А если герой под вашим управлением умеет летать, то и лифт ему не нужен. К тому же в творческом режиме доступно неограниченное количество строительного материала, поэтому лифты были слишком дорогие по количеству используемых ресурсов. Старые лифты непригодны к быстрой постройке в режиме выживания, слишком дороги и сложны. Но идея правильная. Давайте подплывем ко второй лодке. Переключу вид. И поплывем ко второй лодке. Вот мы подплыли ко второй лодке, нажимая правую кнопку мыши. Игрок, как видите, мгновенно пересел из одной лодки в другую лодку. Пересаживаемся обратно. Ну, лодки сейчас хаотично развернуты относительно друг друга, опять нажимая правую кнопку мыши. То есть игрок может быстро пересаживаться из одной лодки в другую по щелчку правой кнопкой мыши, а значит, возможно, постройка лифта из лодок. Высокоскоростного лифта из лодок. Представляю впервые в современном Майнкрафте самый большой действующий лифт из лодок, построенный в режиме выживания. Данный лифт за секунду вознесет героя на высоту 128 блоков над уровнем океана. Полетели? Сориентируемся. Восхитительный вид на облака сверху, но теперь необходимо спуститься. Самый быстрый спуск в Майнкрафте – это прыжок в воду с любой высоты, но это страшно. Поэтому предлагаю воспользоваться лодкой для спуска. Лодка плавно планирует вниз, управляется в полете. Да-да, лодки в Майнкрафте умеют летать, правда, только сверху вниз. Вот и приводнились, и сразу к базе, без лишних болтыханий в воде. Оставайтесь на канале, вас ожидает рассказ, как строить данные лифты из лодок в режиме выживания. Лифт за спиной героя ведет в небеса на ферму опыта. Давайте зададимся вопросом, что же нужно создать, чтобы тратить опыт? Правильно, стол зачарования. А что нужно добыть для создания стола зачарования? Правильно, два алмаза. Где добывают алмазы? Правильно, в алмазных шахтах на глубине. Вот там внизу. И, естественно, из глубины необходимо быстро подниматься и отправляться вверх-вниз, чтобы вытаскивать оттуда ресурсы. Поэтому отправляемся вниз строить лифт. То есть начинать мы будем с лифта, который поднимает нас из глубинных шахт наверх. Как видите, лестница уже есть. Лестница обеспечивает достаточно быстрый спуск. Конечно, я уверен, что вы уже построили лестницу в свои алмазные шахты. Спускаемся. Вот мы и внизу. Нам нужен квадрат 2 на 2 клетки для размещения лодок. Как видите, он уже заранее намечен.
Теперь необходимо подняться и пробить колодец 2 на 2 клетки. Поднимаемся. Берем в руки кирку. На дне океана, поэтому отступим 2 клетки, 1 океана, и начнем пробивать вот отсюда. Так, и влево. Это оставляем. Как туда прыгну? Прыгну туда за счет снега. Так, что ж я делаю? Так, вернемся на лестницу. Снег уничтожим. Вот, отлично, вышли на точку и начинаю пробивать. И лопатка. Пробиваем квадрат 2 на 2. Да, наверное, я встану вот так вот между двух, если там будет где-то яма. Чтобы мне не разбиться. Много красной пыли. Так, и вроде я почти уже у низа. Да, вот я у низа. Не будем ломать ножки, сказал я и сломал ножки. Прощение, волнение при съемке видео. Так, готово. Лифт из лодок, на удивление, строится из лодок. Давайте скрафтим парочку лодок и убедимся в наличии твердых блоков в руках. Досок мало, возьмем досок. Кабовый досок. А лишние доски пока отложим, чтобы не путаться. Крафтим лодки. Раз, два, три, четыре. И убедимся в наличии твердых блоков. В руках возьмем. Что же мы возьмем? Давайте создадим каменный кирпич. Так. Каменный кирпич. Попилим его. О, резные кирпичи. Хорошо, у нас есть и резные кирпичи. Так, опять же выбросим все лишнее. У нас есть резные кирпичи. Приступаем к постройке лифта. Для этого нам нужно взять, убрать все лишнее из рук, взять в руки лодки и убедиться, что у нас есть твердые кирпичи. Устанавливаем первую лодку. Позиционируем его, нажав клавишу F5. Два раза клавишу F5. Выходим. Немножко плохо подровняем. Ничего страшного. Еще раз выходим. Смотрим. Ну, вот хорошо. Итак, математика лодочного лифта — это цифра 4. Считаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся по лестнице. Зажимаем клавишу левый Shift, чтобы наш герой не спускался и не скатывался вниз. Устанавливаем факел. Теперь наводим перекрестие чуть-чуть влево от себя, от факела, в дальний левый угол.
и устанавливаем лодку. Чуть-чуть поднимаемся, отпускаем левый shift и тут же нажимаем правую кнопку мыши, чтобы сесть в лодку. Вот отпускаю, правую кнопку мыши, я в лодке. Один раз нажимаю клавишу F5, переворачиваюсь. Разворачиваю лодку, позиционирую ее аккуратненько. Вот так. F5, F5 два раза. Нажимаем левый shift, чтобы выйти из лодки на лестницу. Нажимаю сразу же клавишу вперед, зажимаем левый shift, чтобы игрок не чтобы наш герой не сползал вниз по лестнице. Опять математика лифта. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Устанавливаем факел. Устанавливаем лодку. Отпускаем левый shift и правой кнопкой мыши садимся в лодку. Один раз клавишу F5. Разворачиваемся, держа факел за спиной. Позиционировались. Два раза клавишу F5. Левый shift, вылезаем на лестницу, чуть-чуть вперед и опять зажимаем левый shift. Считаем математику лифта. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся наверх, нажимая клавишу назад. Устанавливаем факел. Устанавливаем лодку. Отпускаем левый shift, правая кнопка мыши. Один раз клавишу F5, позиционируем лодку. Два раза F5. Теперь у нас закончились лодки в руках. Открываем инвентарь клавишей E. У нас еще есть одна лодка. С помощью левого shift выходим на лестницу сразу вперед. Левый shift удерживаем, чтобы игрок не сползал вниз. Берем кубики, считаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся клавиши назад вверх по лестнице. Ставим факел. Наводим крестик, устанавливаем лодку. Отпускаем левый shift, правая кнопка мыши. Два раза... Ой, пардон, один раз надо было F5. Разворачиваемся, держа факел за спиной. Так, хорошо. Теперь у нас закончились лодки, я два раза нажимаю F5. Давайте посмотрим, сколько нам их еще нужно. Вот раз, два, три, четыре, одна лодка. И там два сверху остаются. Ну все, на этом. Еще одна лодка нам нужна. Что ж, спускаемся вниз за лодкой. Так. Я сделаю две. Хотя мне нужна. Так. И вот сразу же проверяем работу лифта. Если вы хотите пользоваться лифтом, лучше всего, чтобы у вас в руках был лук, топор, кирка или просто пустая рука. В данном случае у меня в руке меч. Вот, видите, все, лифт работает. Уже можно им пользоваться для подъема и постройки. Но нам нужна еще одна секция. Считаем. Раз, два, три, четыре. Устанавливаем факел. Устанавливаем лодку. Отпускаем левый shift, правая кнопка мыши. Один раз F5. Разворачиваем лодку, держа за спиной. Все, отпозиционировали. Два раза клавишу F5. Значит, выход здесь будет у нас просто, мы будем вылезать на лестницу и подниматься. Ну, это связано с тем, что здесь водное пространство. Давайте прокатимся на лифте еще раз, посмотрим, работает ли он. Садимся в лодку, поднимаемся. Оп, мы наверху. Левый shift выходим, поднимаемся. Давайте попробуем, проверим возможность установки лодок под водой. Если мы ставим под водой целиком, как видите, сейчас пузырики убывают, то я нажимаю правую кнопку мыши, и мне не удается поставить лодку. Но если я стану так около лестницы, пузырики пропали, у меня есть возможность поставить лодку. Но лодки в Майнкрафте, к сожалению, тонут. Поэтому я не могу сесть в утонущую лодку. В утонущую лодку, из утонущей лодки игрока автоматически выбрасывают. Вот. И даже из воздуха я не могу сесть в лодку. Поэтому, если нет никакой возможности построить
Лодочный лифт прямо, который будет затоплен как бы водой. Необходимо строить сухую кабину для лифта, то есть как у нас сделано вот здесь вот сухая кабина для лифта, где расставлены лодки. Ну, я думаю, вы этим справитесь сами, так как вы уже умеете строить вот данный лифт подземный. Итак, еще раз. Нет возможности построить лодочный лифт, затопленный водой. Вот. Ну что ж, мы научились строить лифт из глубин. И, конечно, теперь можем легко накопать большое количество алмазов и стройматериалов, перенести их наверх на воздух. Кстати, воздух у меня заканчивается, глотнем воздуха. Давайте отправимся теперь на стройплощадку в океане новую, на которой необходим лифт, который будет возносить нас над облаками. Возьму для этого стройматериалов и встретимся уже на стройплощадке. Итак, я на пути к стройке, и вот я высадился на острове буквально на минутку. И хочу вам показать фокус, называется «Эндермена лодка». Так, ставим под Эндермена лодку и побеждаем ее. Следующий Эндерман. Вот так вот ставим и побеждаем. Хорошо, мы победили Эндермена. Двигаюсь к новой базе. Ну вот, мы перенеслись на новую базу, и здесь запланирована постройка фермы опыта в небесах. Ферма опыта строится на высоте 128 блоков от поверхности океана. Таким образом, она будет наиболее эффективна. Для того, чтобы возноситься и иметь возможность вообще пользоваться фермой из опыта на такой огромной высоте, необходим лифт из лодок. Потому что подниматься по лестнице туда просто-напросто невозможно. Если бы у меня не было лифта из лодок, я бы и не смог пользоваться такими фермами. Соответственно, опорой лифта из лодок является лестница. Мне необходимо построить лестницу высотой 128 блоков. Для этого у меня есть два стека твердых блоков снега на данный момент и два стека лестницы. Вот и начинаем строить. Когда у меня кубики закончатся снега, будет понятно. Вот я не могу поставить лестницу, чуть-чуть налево я сдвинулся просто, чтобы иметь возможность ставить лестницу. Теперь ставим лестницу, кубик лестницу вернее. Вот. Если вам не дают ставить лестницу, чуть-чуть сдвиньтесь вправо, влево, подвигайтесь, и все будет устанавливаться. Привет, облака. Привет. Но нам нужно еще выше. Ну вот последние кубики. Уже где-то я 5 минут строю эту штангу, получается, по счетчику. Так, вылезаем наверх, под нами облака, устанавливаем факел и сразу же вот в обязательном порядке. Так вот, зажимаю левый shift, сдвигаюсь влево, прицеливаюсь на внешнюю часть лестницы и ставлю кубик. Еще один кубик. Эти кубики помешают нам строить лифт из лодок, но сейчас они нам помогут аккуратно спуститься по лестнице, чтобы мы не улетели вниз мимо лестницы. Мы сделаем шаг вперед, упремся в этот кубик и начнем аккуратно спускаться по лестнице. Вот давайте просто спустимся по лестнице с высоты 128 блоков. Спускаемся. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секунд, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 39. В общем, мы 40 секунд спускались по этой лестнице. Как вы понимаете, подниматься раза в 3 дольше. Поэтому... А ферма опыта наверху действительно нужна. И стройматериал туда придется заносить. И бегать туда придется. Давайте прокрутим ночь. И бегать туда придется... за огромное количество пороха, стрел, прочего добра, ради которого строится ферма опыта. Поэтому необходим лифт из лоды. Подготовимся. Будем строить красивый лифт из лодок из оранжевого бетона, желтого бетона. Еще добавим, соответственно, полублоков. Для начала достаточно для демонстрации. И естественно, лифт из лодок строится из лодок. Возьмем первые 10 штук. Значит, 128, это 32 лодки надо будет установить. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 8, не важно. Итак, нам понадобится для того, чтобы построить лифт из лодок. Вот будет красивый из двух цветов бетона состоять. Теперь у нас в конструкцию лифта добавятся полуплиты и, конечно же, лодки. И факелы у нас уже готовы в руках. Как строится лифт? Первое. Ставим факел. Это будет факел, удерживающий лодку справа или слева. Ну, пускай у нас будут справа, у нас будет, соответственно, стенка вплотную. Значит, как видите, я установил два полублока. Дело в том, что лодка идеально позиционируется именно по полублокам. Она очень хорошо с ними контактирует. Вот я нажал клавишу F5. И как бы вы не хотели въехать за границы полублоков, у вас ничего не получится, полублоки их отталкивают. Поэтому самым надежным лифтом будет именно лифт, который будет в своей конструкции содержать небольшую часть полублока. Но на самом деле вот этот вот полублок, я его уберу, чтобы вас не путать. Он был сейчас поставлен для демонстрации, он излишен. Для хорошего позиционирования достаточно двух полублоков, первый и второй. Ну что ж, первая лодка уже установлена, начало лифта. Значит, математика лифта 4. Но для того, чтобы не запутаться, будем считать немного по-другому. Нажмем с оранжевого цвета. Итак, один у нас уже стоит, правильно? Правильно. Соответственно, 2, 3, 4. На счет 4 необходимо ставить полку. И говорим теперь 5, 5. Это удерживающие полублоки. Обязательно добавляем факел, чтобы тут не появились монстры. Устанавливаем лодку, отпускаем левый shift, правая кнопка. В 5 разворачиваем лодку. Держим факел за спиной. Ну, сейчас вы пока еще низко. Но чем выше будем подниматься, тем работа будет опаснее и опаснее. Вот видите, идеально лодка встала по полублокам, отпозиционировавшись. Наводим крестик на лестницу, нажимаем левый shift, чуть-чуть вверх. И останавливаемся. Теперь желтый цвет. Считаем. 2, 3, 4. На счет 4 ставим полку. 5 полублоки. Факел. Устанавливаем лодку. Пускаем левый shift, правая кнопка. Один раз F5. И разворачиваемся, держа факел за спиной. Я нажимаю клавишу назад и разворачиваюсь. Вот хорошо, лодка не выходит за полублоки. Два раза F5. Доводим крестик на лестницу, левый shift чуть вперед, теперь оранжевый.
2, 3, 4, на счет 4 полка, 5, факел. Вот я забыл лодку взять в руки, видите, мне поставить некуда. А если я отключу левый shift и открою инвентарь, то у меня герой пойдет. Поэтому я сейчас чуть-чуть попытаюсь. О, просто встану на полку, открою инвентарь, возьму пару лодок и подпрыгну и поставлю лодку под себя. Сяду в лодку правой кнопкой мыши. Один раз F5, разворачиваюсь. Это один из вариантов, как можно взять лодку, если вы забыли взять руки. А так как лодок много и строится долго, периодически забываешь. Два раза F5. Наводим крестик на лестницу, левый shift, чуть вперед. Теперь желтый цвет. 2, 3, 4, на счет 4 полка и 5. Факел. Лодка. 2, 1 раз F5, разворачиваемся. Два раза F5. Итак, опять у меня закончились лодки в руках, поэтому, естественно, безопасно открыть инвентарь, все дела лодки, подготовить новые лодки для установки, закрыть инвентарь, подготовить. Ну, я не вижу, какие кубики мне нужно по цвету устанавливать. Сейчас я выйду на лестницу, на левый shift, ну, оранжевый. 2, 3, 4. На счет 4 полка и 5 полублоки. Факел. Лодка. Пускай правая кнопка больше. Опс, вот видите, я уже поплыл при строительстве. Я поплыл, поплыл, и так можно уплыть и сорваться с огромной высоты. Засыпаешь при строительстве. Главное не спать. Не забывайте переключаться по F5. Лифт высокий. Данный лифт является супер лифтом. И даже если вы устали, потеряли концентрацию, ну, прервитесь, отдохните, и потом уже отдохнувший продолжите постройку лифта. 2, 3, 4, 4 полка, 5. Факел, лодка. Один раз F5, разворачиваемся. Опять-таки лодка планируется с большой высоты. Если вы будете строиться в океане, а супер фермы опыта возможно построить только над океаном, потому что это плоская поверхность, просто направляйте лодку как можно дальше от островка, и лодка достаточно хорошо спланирует, она вас унесет в воду, и ничего с вами не случится. Главное вовремя сообразить. Итак, 2, 3, 4, еще 4 полка, полублоки, факел. Опять я забыл лодку. Но вот безопаснее сделать так: чуть-чуть спуститься, нажать правую кнопку мыши, сесть в лодку и проверить. Вот у меня есть еще одна лодка в инвентаре. Вот левый shift, выходим, разворачиваемся, поднимаемся. Так, лодку отпускаем. F5 один раз, разворачиваемся. Как видите, лодки не стыкуются, поэтому их можно взять в инвентарь ограниченное количество. И вот они у нас закончились. Необходимо спускаться. Спускаемся осторожно по лестнице. Левым шифтом выходим на лестницу и спускаемся. Ждем, когда герой спустится. Создаем еще лодок. У нас есть доски. Я возьму 1, 2, 3, 4. Пока достаточно. И вот наступает момент, когда мы уже проверяем работу лифта из лодок и его настраиваем. Вот я сел в лодку и проверяю, работает. Блин, правильно лодки все стоят. Все работает, все лодки правильно стоят. Ну что ж, я думаю, вы поняли,
Вот так вот давайте. Я думаю, вы поняли принцип постройки. Теперь я продолжу за кадром, потому что это займет у меня достаточно длительное время. Я думаю, минут 15-20. А основной принцип показан. И встретимся, когда я достигну верх. На второй игровой день наконец-то добрались до верха лестницы. Как видите, мы упираемся в деревянные кубики, которые поставили, чтобы не сорваться с лестницы вниз. Теперь пришла пора их убрать. Берем в руки топор. Чевит. Все, убрали. Левый shift вверх. Так, желтый цвет. Два. Три. Четыре. Факел. Лодка. Отпускаем левый shift и правой кнопкой мыши. F5 один раз. Сдаем назад, держим факел за спиной. Задним ходом разворачиваем лодку. Светлело два раза F5. Ну вот. Теперь можем выйти, нажав левый shift. Оп, чуть-чуть мимо лестницы. Лифт готов. Давайте проверим, как он катается. Но для того, чтобы проверить, как он катается, нужно спуститься вниз. Возьму лодку, прыгну. Спускаться 40 секунд я не буду, я улечу на лодке вниз. Лично. Игра еще прогружается после старта повторного, поэтому немножечко задержка. Так. Возьму лодку. Проверяем. Все в порядке. И как видите, это совсем не 40 секунд. Да, ну мы чуть-чуть мимо лифта выходим. Все, теперь необходимо строить верхнее облако и делать выход с лифта. Для этого я бы хотел применить снег. Как видите, его нет у меня в инвентаре. Мне нужно съездить на запасную базу, слетать за снегом. Встретимся, когда я вернусь со снегом и создадим верхнее облако, ограничивающее шахту лифта. Отлично, в руках есть строительные блоки. Начнем ставить облако. Делаем верхнюю шахту лифта, создаем. Здесь будет стенка, здесь пролет. Здесь даже дыра не нужна. Здесь опять же стена, проход. Так. И два нужно лодки. Так вот, да? Теперь, ну, желтый бетон я убрал, ладно, вот так. Теперь 2 на 2 стенка у лифта. Хорошо. И выпендриваемся. Так, увеличим на 5 сразу же. Раз. 3, 4, 5.
Так. Здесь можно закрыть. Теперь чуть спустимся вниз. Поставим кубик так и кубик так. Это направляющие кубы, чтобы у нас герой не срывался, если вы захотите спуститься вниз по лестнице. Присядя в лодку, глядя, что получилось на выходе. Так, раз, все вышли. И сюда раз, все вышли. Затем, конечно же, облако расширяется до большего размера. А сейчас на всякий случай просто поставлю два факела. Ну, вот так. Лифт готов. Лифт готов. Можно еще раз прокатиться на лифте. Для этого спустимся вниз. Даже для того, чтобы спускаться сверху, нам нужна лодка, как видите, поэтому я ее забираю. Жимаю правой кнопкой выше, улетаю вверх. Выходим. Все, теперь выходим без срыва на лестнице. Теперь нам осталось построить лифт в нижнем мире. В нижнем мире конструкция лифта немного другая. Встретимся в нижнем мире, где я вам продемонстрирую специальную конструкцию лифта для нижнего мира. Отлично, мы в нижнем мире, и здесь нас встречают свинолюди или свинозомби, как их называют. И проблема в том, что эти свинозомби очень любят лодки. Вообще в Майнкрафте все любят лодки, и свинозомби не исключение. Вот давайте поставим лодку и подвинем его. Чуть-чуть подвинем. Ну, куда он ушел? Сейчас, секунду. Давайте тогда подведем с виду человека к лодке. Вот. А они с удовольствием задевают лодки и сидят в них. И вот я сзади стою у лодки, нажимаю правую кнопку мыши, и мне уже в лодку не сесть. Таким образом, свинолюди будут спауниться, если мы построим по старой конструкции, которую мы во внешнем мире строили. Будут спауниться, и вот факел не является препятствием для спауна свинолюдей. Они будут спауниться в нашем лифте, занимать лодки, и лодочный лифт перестанет работать. Поэтому конструкция лодочного лифта в нижнем мире должна быть построена таким образом, чтобы свинозомби не могли занимать лодки. Конечно же, все по месту, по образу, то есть так, как вам нужно. И начинается любой лифт, естественно, с лестницы. В нижнем мире есть лава, которая является топливом на нижних уровнях. И на верхних уровнях очень удобно пробивать метрополитен для того, чтобы быстро путешествовать из одной точки внешнего мира именно, через нижний мир в другую точку внешнего мира, так как в нижнем мире одна пройденная клетка равна 8 клеткам во внешнем мире. Вот. Поэтому давайте построим небольшую лестницу. Ну, например, вот сюда мы хотим подниматься, чтобы посмотреть, что же там наверху. Начинаем строить лестницу стандартным способом. Берем лестницы. И использовать я буду снег. Конечно, снег взрывоопасен. Ой, взрывоопасен. Легко взрывается. И поэтому газ, прилетевший из ниоткуда и выстреливший своим шаром, уничтожит снег. Но так как мы будем строить закрытую шахту лифта, то газ нас видеть не будет, и поэтому можно применять снег. Если газ нас не видит, то он и стрелять нас не будет. Строим.
мы строим первоначальную лестницу, которая является опорой лифта. Сейчас немножко осталось. Чуть-чуть совсем. Вот вы наверху. И уже можно осуществлять подъем. Специально я взял каменные полуплиты уже. Закрываем наш снег каменной полуплитой. И вот ГАСТ уже засвистел. Где-то он может меня выстрелить. Опять-таки говорю, работаю в режиме выживания. Все по-честному. Так, что-то мне страшно. Ладно, вниз, быстро полетели. Итак, вот секрет является на самом деле, это полуплиты в нижнем расположении. На полуплитах в нижнем расположении свинозомби не спаунится. Ну, закончим крышу чуть позже, когда уже будет понятно с лифтом. Спускаемся вниз и готовим основание лифта. Ой, на нервы действуют эти гасты, ужасно. Но опять-таки говорю, лифт строится в режиме выживания. Давайте я просто снижу звуки враждебных существ, для того, чтобы они нам слишком сильно на нервы не действовали. Я мог вам спокойно объяснить конструкцию лифта. Итак, теперь нам необходимо создать основание лифта. Для этого выбиваем блоки. Так, выбили, молодцы. Немножечко добавим. Так. И ставим полублоки. Здесь целый, здесь полублок. Хорошо. Так, как видите, света у нас в лифте не будет. Чуть поделаешь. Теперь нужно понять, как поставить лодку. Для этого нужна лодка. Нужна лодка. Возьму две лодки. Так, как мы говорили, лодка хорошо позиционируется по полублокам. Значит, раз, два. Ну, предположим, лодки тоже опять будут ставить справа. Значит, это будет стена лифта. Вот так вот. И полублоки, по которым они будут позиционироваться. Теперь лодка. И лодка устанавливается на полублоке в нижнем положении. Вот так вот. Как-то... Что-то как-то далеко, да? Что-то как-то неправильно. Исправляем. Подносим стенку чуть ближе. Так. Так. Вот так вот. Хорошо. И сзади тоже нужно для позиционирования лодки полублок, соответственно. Вот, теперь необходимо, вот у нас уже благодаря лодке и полублокам, вот видите, друзья сидят. Все на зомби очень любят лодки, они просто забьют на весь лифт по всей высоте, если ошибиться, неправильно поставить. Соответственно, устанавливаем шахту лифта. Теперь она видна, благодаря лодке мы все спроектировали. Даже я много взял, вот так вот, правильно? Правильно. А это мы уберем. Вот. Хорошо, так, и здесь тоже. О,
Вот таким образом дорисовали шахту лифта. Вот получается промежуток для лодки 2 и стенки. Теперь необходимо поставить стены, естественно, для того, чтобы нас не стреляли гасты, на всю высоту. Пока нам везет и от нас не прилетело. И у нас пока не прилетело. Даже, вы знаете, низ для надежности я бы вот не экономил. Давайте сделаем правильный лифт. Так как внизу лифта мы будем часто достаточно стоять и подходить к нему, и атака гаста весьма возможна, логично все-таки применить каменные блоки. Снег, конечно, хорош, он хорошо виден издали, но он легко разрушается гастом. Поэтому заменим нижнюю часть на камень. Опять-таки, работаю в режиме выживания, сразу же по месту соображая, как строится лифт. Берем каменные кирпичи и восстанавливаем лестницу. Вот буквально нижняя часть, которая будет начальной, для того, чтобы ее газ не взрывал. А дальше он нас уже не будет видеть, у него не будет такой возможности. Так, здесь у нас не очень удобно, нам нужна ступенька. Именно ступенька, а не полублок. Давайте возьмем ступеньку, создадим. Нужна только одна. Хорошо, вот есть ступенька, чтобы было удобно вот так раз и подняться по лестнице. Лодочный лифтом будем заходить отсюда, вот так вот раз и садиться в лодку. И выходить, соответственно. Теперь восстановим стенки лодочного лифта. Так. И вокруг лодки уже пляшем. Вот это вход. Вход лифт можно, давайте расширим, чтобы было удобно, пристроим его к лестнице. Не будем оставлять лишних отверстий. Возьмем это уже в руках. Очень хорошо. Проход 2. Так. Вот так вот вход в лифт, еще как-то приделать лестницу, чтобы свинозомбаки сюда не заходили. Лестницу или же дверь. Так вот будет дверь. Высота 2 уже. Хорошо. Так. Давайте перейдем к постройке лодочного лифта все же, да? Я же тут ради лодочного лифта все собрались. Так, нижнюю часть увеличим еще на 2. Лишний камень случайно установил. Так.
Ну вот, эта шахта лифта, она у нас готова для использования. Раз, два, три, четыре. Хорошо, и здесь. Кирпичи заканчиваются. По-хорошему нужно теперь создать шахту лифта. Что я и буду быстро делать уже с помощью снега. Где там газ летает, я не знаю, он ужасно действует на нервы на самом деле. Стараюсь работать как можно быстрее, чтобы вас не задерживать и действительно показать лифт. Но вот шахту лифта необходимо построить целиком. В режиме выживания самый доступный материал это снег, и его можно использовать в Нижнем мире, как видите, спокойно. Он не тает, не исчезает, ничего с ним не будет. Единственное, он хрупкий, и выстрел газ-то не удерживает. А вот огонь он спокойно переживает, и огонь не может навредить снегу. Вот атака пошла. Давайте посмотрим, к чему она привела. Да, он выбил пару лестниц. Давайте восстановим то, что он сделал. Откуда он там стрелял? А, огонь, как видите, погорел. У меня так сейчас все разнесет. Все, убрали. Ну, видите, с минимальными потерями. Давайте покушаем. Потушим огонь, чтобы он нам не мешал. И продолжим строительство. Да, немножко скучновато, но зато мы только что посмотрели боевые действия. И вот уже новый какой-то летит. Так что да, цоколь шахты из камня внизу, это, наверное, правильно. Дошка осталась немножко. Жема наверху на самом. Да, много нам построим материала надо на шахту. Можно было, конечно, углы не делать. Ну да ладно. Да, и верхнюю часть выхода логично создать опять из каменных твердых блоков. Для этого их необходимо взять в инвентарь. И вот у нас есть железная дверь. Для лифта как раз подойдет. И возьмем еще каменных кирпичей. Так, устанавливаем. И устанавливаем дверь. И теперь мы можем применить, например, кнопку, да? Кнопку. Давайте применим кнопку. Куда нам удобно? Вот сюда. Подошли. Закрылось. Сюда. Вышли. Нормально. Так. Хорошо, значит вот так раз. Ну что ж, да, верх остался.
работаем каменным кирпичом, создавая мощную непробиваемую часть верхнего лифта, верхнюю часть лифта, для того, чтобы там не надо было ее восстанавливать, так как те части, где мы садимся и выходим, мы задерживаемся наибольшее число раз. Так, уже много, крышу чуть позже будем делать. И я не знаю высоты лифта, и поэтому я понять не имею, как у меня тут сейчас лодка выйдет. Правильно, правильно. Поставим так, это можно, чтобы не падать головой вниз. Вот тут шахта 2 на 2, этого вполне достаточно. Так, отправляемся вниз. Что ж, давайте приступим к постройке лодочного лифта. Но там плачет Гаст, поэтому давайте я сначала уберу звуки враждебных существ. Благо нам никто не угрожает, мы находимся в безопасности в лифте, в шахте лифта пока что, а не в лифте. Несмотря на то, что лодка опущена у нас вниз, математика лофта 4, лифта 4. И считая, вот лодка опущена вниз, берем кубик 1, 2, 3, 4. И у четвертого кубика в нижнем положении устанавливаем полуплиту. Поднимаемся, устанавливаем лодку. Нажимаем один раз F5, чтобы видеть, как мы крутимся. Это один из вариантов лифта, вот, наиболее простейший, чтобы не путаться. Конечно, можно применять полублоки и справа для того, чтобы позиционировать лодку. Но для того, чтобы совсем не запутаться, давайте сейчас построим, что стенки у нас будут из полных блоков, а лодки, соответственно, будут стоять на полублоках. Опять считаем. Да, и можно, чтобы нам было не скучно, устанавливать факел, в данном случае вот на стенку, например. Чтобы в лифте было светло. Как-то так. Вот, соответственно, считаем. Это не считаем. Раз, два, три, четыре. Забыл, но я встану. Так, возьмем лодки. Прыгаю, ставлю лодку под себя. Вот так вот. На уголок надо. Нажимаю один раз клавишу F5 и задним ходом разворачиваюсь. Позиционирую лодку. Выходим. Опять считаем. Раз, два, три, четыре. 4 ставим полублок. Вот так и разворачиваем лодку. Так, продолжаем. Раз, два, три. 4. Так, я просто нажал клавишу вперед, и герой осторожно поднялся по лестнице и перешел на полублок. Наводимся на квадратик, прыгаем. Нет, промазал. Вот так вот. F5. И опять движением назад и вправо разворачиваем лодку. Два раза F5. Выходим левым шестом на лестницу. Считаем. Раз, два, три, четыре. Лодка. Пять. Разворачиваемся. А я забыл устанавливать факелы. Давайте добавим для красоты, чтобы было светло и не страшно. Раз, два, три, четыре.
Опять я забыл лодки, ничего страшного. Прицеливаемся. Есть. Опять назад и вправо позиционируем лодку. Два раза F5, выходим на лестницу. Вот, верх уже пришел. И здесь будем использовать камень на всякий случай, потому что это верхний выход. Здесь может и газ выстрелить, и все что угодно. Так, чтобы не ошибиться. Ага. Раз, два, три, четыре. Вот так у нас получилось. Даже факел поставлю. Так, лодка. Правда, если Гаст выстрелит, то он лодку снесет просто. И надо будет лодку заново поставить. Так. Давайте посмотрим, можем мы уже выйти. В принципе, можно вот так вот раз и чуть-чуть выскочить на лестнице. И нормально. Я думаю, да, это достаточно. Так. Достаточно. Достаточно. Вот так вот все закрыли. И здесь, конечно же, стоит создать вход-выход, чтобы свинозомби не заходили в наши лодки. Так, чтобы мы туда не упали. Ну, я уверен, вы, ребята, ловкие, не упадете. Так. Так, так. И они тоже ловкие ребята. Раз, два, три, хотел сказать. Построю целиком уж со входом. Так. Так, по-хорошему еще крышу надо приделать. Не тот материал. Так, давайте создадим крышу. Так. Так, чтобы все было красиво, пускай стоит так. Здесь закрываем. Опять же закрываем. Закрываем. Создаем крышу из полублоков, чтобы и сверху не спавнились. Так, ну и здесь даже можно оставить, еще пускай светится. Жалко, что ли. Здесь уже крыша дисковата, нам будет не пройти, да? Так это можно и себе и голову оторвать. Это опасно уже. Вот, заодно эта крыша не даст нам сорваться вниз в шахту лифта. Очень удачно получилось. Давайте проверим и прокатимся на лифте. Спускаться мы, конечно же, будем по лестнице. Опять-таки, освещение по вашему желанию. Хотите, ставьте освещение. Не хотите, не ставьте. Вот, все, прокатились. Нажимаем на лестницу и выходим. Сюда логично дверь добавить. Добавлю дверь. Да, вот наш лифт красавец нижнего мира. Каменное основание, вверх и вниз. И в центре просто забито любыми блоками, какими хотите. Снег не горючий материал, поэтому применен снег. Он не сгорит. Еще раз прокатимся в лифте. Вот. Ой, поехал я до лодки. Страшно. Да, здесь. Я побольше сделаю. Так.
И, соответственно, стенка должна быть. Так. Закрыто. Так. Это необходимо, чтобы установить дверь, выровнять. Установили. Опять же, сделаем пару кнопок. Конечно, каменные применять, потому что при выстреле ГАСТа совсем откройся. Сюда тоже совсем откройся. Все великолепно. Так, у нас есть лодочный лифт, который обезопасен более-менее от атаки ГАСТов. Здесь я оставил открыто. В конце концов, кто нам мешает поперестреливаться с врагами? Выходим, заходим. Достаточно удобная конструкция лифта получилась. Вот теперь у меня есть лифт наверх. Ну вот, мы справились с постройкой лодочного лифта в Нижнем мире. Теперь вы знаете, как это строить. Главное это применять, конечно же, полублоки в нижнем расположении. Но расставаться в таком мрачном месте, как Нижний мир, не хотелось бы, поэтому давайте предпримем еще небольшое путешествие в джунгли, где другой персонаж только-только начал развиваться. Приветствую в джунглях. Здесь игрок буквально только-только начал развиваться. Как видите, посажена пшеница и какао-бобы для того, чтобы делать печенье. И на заднем плане мы видим вход в шахту, которая находится в холме. И речь у нас идет о лодочных лифтах. Давайте глянем, как лодочный лифт. Давайте посмотрим, как лодочный лифт помогает нашему герою. Обращаю внимание, что инструмент еще каменный. Ничего толком-то и нету. Но есть уже лифт из лодок. И вот создается, соответственно, демонстрирует спуск. Внизу водичка, не волнуйтесь. Отлично, мы только что пролетели там 70 блоков вниз. Вот так можно организовывать шахту лифта для спуска. 2 на 2 и отверстие. Это то, что я вам не показал в предыдущих. А здесь это я уже показывал в начале серии, как строится такой лифт. И, соответственно, все. Главная задача уже копать и копать алмазы. И железо, и все копать. И можем подниматься наверх. И, конечно же, я пригласил вас в джунгли для того, чтобы показать, что лодочный лифт несовместим с лозой. Если я расположу лозу вместо лестницы, то лоза, к сожалению, занимает собой клетку. Вот я даже вот так на стенку помещу ее. Теперь сяду в лодку и попробую подняться. Видите, мне не подняться в лифт, потому что там лоза и почему-то оно не срабатывает. Теперь я уберу лозу. Сяду в лодку, подниму руку. И вот я работаю. То есть головой о потолок ударился. То есть лоза и лодочный лифт вещи несовместимы. Используйте деревянные лестницы при построении лифта из лодок. Все, всем удачи, хорошей вам стройки. Надеюсь, вы теперь научились строить лифты из лодок в любой конфигурации. Большое спасибо, что посмотрели это видео.